Слово за президентом. В Польше обсуждают принятый Сенатом закон об уголовной ответственности за ассоциирование нацистских концлагерей с польским государством. Закон вводит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет за выражение «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на поляков вину за якобы соучастие преступлением нацистской Германии. Концлагеря, в которых были убиты миллионы евреев, не были польскими. Холокост для Польши также является невообразимой трагедией. Около 6 миллионов поляков погибли во время Второй мировой войны, половина из которых были евреями. Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни. Мы считаем, что президент Анджей Дуда наложит вето на этот закон. Я призываю к этому от имени партии «Гражданская платформа» и всего демократического общества Польши. Давайте подождем решения президента в скором времени. Он не должен быть заложником партии «Право и справедливость». Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Госдепартамент США предупредил, что принятие закона может повлечь за собой последствия для отношений США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.